концертной деятельности на различных площадках России. В одном концерте в Крыму попытались увестить участники вокально-хореографического ансамбля «Таврия» имени Лидии Чернышовой. Что из этого вышло, расскажет Дарья Костенко. Коллектив демонстрирует на сцене разные вокально-хореографические произведения, затрагивает культуру каждого народа, проживающего на территории полуострова. Вся концертная программа поделена на блоки – казацкий, крымско-татарский и русский. Постепенно ансамбль расширяется, сменяются старые поколения на новые. Такая преемственность здесь в цене. Для меня, как для художественного руководителя всего коллектива, очень важно, что дети, именно дети, они, когда учат свои, разбирают свои песнопения, когда поют свои песни, когда разучивают движения, они не занимаются непосредственно самой песней, а они изучают обряд. И уже непосредственно с обрядом они уже учат песни. То есть мы как бы воздействуем совершенно по другому уровне. То есть самое главное, чтобы дети, они показывали свои истоки своего народа. В репертуаре ансамбля произведения Вивальди, Баха, Моцарта, Верди, Пуччини. Но все же стержень ансамбля – это самобытное народное творчество. Вокальное и хореографическое мастерство исполнителей, богатая палитра оркестра и фольклорной группы – все это и сегодня обеспечивает успех «Таврии» на концертных площадках. Яркими и разнообразными представлениями, своей виртуозностью и профессионализмом танцоров и музыкантов ансамбль завоевывает признание во всех странах мира. Это один из многих коллективов, который занимается фольклором. А фольклор – это очень такой тонкий мир и очень ответственный, потому что фольклор – это наши корни, это наши истории. История недаром переводится как «народная мудрость». Поэтому это наши скрепы, внутренние основы, то, от чего мы, самое главное, что есть в культуре и в искусстве, потому что это наши народные корни. Немцы, французы, итальянцы с большим интересом посещают концерты ансамбля. Ежемесячно коллектив дает от 10 до 20 программ в разных городах и регионах Крыма. «Таврия» – один из немногих крымских коллективов, который несет свое искусство в регионы. Дарья Костенко, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.